Удачи вам, сельские и городские, уважаемые учителя, капитаны на мостике корабля. Удачи вам, дебютанты, ясы, удачи. Вы знаете, мне по-прежнему верится, что если останется жить Земля, высшим достоинством человечества станут когда-нибудь учителя. Не на словах, а по вещей традиции. Учителям надо будет родиться и только после этого стать. В нем будет мудрость, талантливая, дерзкая. Он будет солнце нести на крыле. Учитель – профессия дальнего действия. Главное –